В данный момент находимся на рыбном маркете, базаре. Идем в то место, где после ретро-бана воскресенье собираются все, кто вчера потусил неплохо, собираются пивко попить, перекусить, ну, перед тем, как пойти домой спать. Сейчас мы туда зайдем. Короче, здесь трезвых людей практически нет. Здесь все на отходниках. Ну, наверное, есть вот такие, как мы. Вот, в принципе, так все и происходит здесь. Живая музыка. Люди, которые еще не покидают состояние танца. Фу, наконец свежий воздух. Скажу я вам, запашок там не очень. Но здесь тоже, правда, рыбкой пахнет. И не только рыбкой. А, красота. Погодка подвела, но, в общем, супер.